Здравствуйте! Вас приветствует служба информации телеканала «Архиз-24». В студии Оксана Качкарова. Это программа «События дня» и самые значимые и интересные новости к этому часу в репортажах наших корреспондентов сегодня в выпуске. В прошлом году мы побили свой рекорд, и процент удовлетворенных жалоб, то есть восстановлены были права, составил 6,5%. Установление регионального коэффициента для иностранных граждан. Итоги работы уполномоченного по правам человека в республике за 2016 год. Поздравления лучших в профессии в канун юбилея республики. Внеочередная 38-я сессия Народного собрания прошла накануне. В этом зале собрались люди, которые являются гордостью нашей республики. Лучшие из лучших. 45 человек, люди разных профессий, получили сегодня заслуженное признание. Накануне 25-летнего юбилея республики состоялось торжественное вручение наград тем, кто внес большой вклад в развитие Карачаево-Черкесии. Этот фильм был действительно захватывающий. Было очень интересно наблюдать за тем, как он старался именно выполнить все эти кадры, снять их. Рассказать и показать. В кинотеатре «Чарли» состоялась презентация документального фильма «Карачаево-Черкесия» известного журналиста Владимира Нестерова. Президент России Владимир Путин поздравил главу КЧР Рашида Тимрезова и жителей республики с 25-летием субъекта. В поздравлении говорится: «Дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательной датой 25-летием образования Карачаево-Черкесской республики. За прошедшую четверть века республика достигла весомых успехов в укреплении экономического потенциала и социальной сферы, в реализации востребованных проектов, направленных на развитие туризма и курортного дела. Важно, что жители Карачаево-Черкесии бережно относятся к своей истории, чтут самобытную культуру и обычаи предков, многовековые традиции дружбы и добрососедства, стремятся эффективно решать стоящие перед республикой задачи. Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего». Сегодня, накануне 25-летнего юбилея республики, во Дворце культуры города Черкесска состоялось торжественное вручение наград тем, кто внес большой вклад в развитие республики. 45 человек, люди разных профессий, получили сегодня заслуженное признание. На торжестве побывала и наша съемочная группа. Юристы, врачи, экономисты, работники государственной службы, культуры, сельского хозяйства, промышленности. Всех собравшихся в городском дворце культуры объединяет долгая и успешная работа на благо Карачаево-Черкесии и России. Это в своем приветственном слове отметил глава республики Рашид Тимрезов. Очень рад, что в канун большого праздника, 25-летия со дня образования Карачаево-Черкесской республики, в этом зале собрались люди, которые являются гордостью нашей республики. Хочу поздравить каждого из вас, каждого жителя нашей республики с этим праздником и поблагодарить за труд, за ответственное отношение к своему делу, за вклад, который вы внесли и продолжаете вносить в развитие нашей с вами малой Родины. Затем началась торжественная часть. Первую награду от Министерства по делам Северного Кавказа за существенный вклад в развитие региона получил генеральный директор Хабецкого гипсового завода Олег Горгунов. В своем ответном слове он поблагодарил руководство республики за профессионализм в своей работе и внимание к жителям региона. Ведь именно они удержали республику от раскола даже в самые сложные и смутные времена. Это был 92-й год, в котором было напряжение, особое напряжение в Карачаево-Черкесии. Но, тем не менее, мы смогли найти компромисс, и этот компромисс привел нам к единству Карачаево-Черкесии. Вы знаете, что было и голосование, и большинство населения поддержало, чтобы Карачаево-Черкесия осталась единой. Среди награжденных сегодня люди разных профессий. Сиит Мурзаев, например, вот уже 44 года трудится на Усть-Джигутинской станции по борьбе с болезнями животных. Его трудовой лишь одна запись, и он ею гордится. Я очень рад, я очень благодарен руководству, правительству нашему, что мне сделали вот такое поощрение. Я работаю 44 года на одном производстве. Ну, работа у меня приятная, хорошая, я
любил и трудился на этой работе. А вот Зарема Хамукова 26 лет работает в родильном доме города Черкесска и говорит, что такого внимания к родильному дому, как сейчас, никогда не было. За последние годы все изменилось к лучшему. Надеюсь, что дальше будет только все краше и краше. Наша республика, наш город. И очень приятно, что отметили, вот в частности, мой труд, долгие годы работы. И очень приятно, что вот дали звание. Наш руководитель обратил, видимо, внимание правительства нашей республики. Спасибо всем, поздравляю всех. Будьте счастливы. Для многих эти награды стали неожиданностью. Гальваник 5-го разряда завода «Каскад» Вячеслав Подсвиров о присвоении звания заслуженный работник промышленности Карачаево-Черкесии узнал буквально накануне и признается, что до последнего думал, что это чья-то шутка. Завод раньше очень хорошо процветал. Ну, сейчас такие времена чуть спад, но, в общем-то, держимся нормально, подъем идет. В общем, работая своей доволен. И республика процветает, явно видно, как у нас похорошело на улицах. Люди доброжелательные. Не обошли стороной в этот день и деятелей культуры. Среди них Ирина Амирокова, больше известная как Амирина. Теперь автор таких хитов, как «За тебя, Колым, отдам» и «Поезда», заслуженная артистка КЧР. На самом деле ощущения непередаваемые, потому что именно в преддверии такого большого праздника, 25-летия образования нашей республики, я получила столь высокую награду. Это действительно вдвойне приятно. Почетного звания заслуженный журналист Карачаево-Черкесии удостоился сегодня Владимир Нестеров, автор документального фильма к 25-летию республики. Журналист признается, что в процессе съемок буквально влюбился в наш регион. Так получилось, что Карачаево-Черкесия оказалась 50-м регионом, помимо моей родной Москвы, в котором мне довелось побывать. И, конечно, я безумно благодарен судьбе за это, потому что никогда еще моему искушенному взгляду путешественника не открывались столь величественные панорамы, столь красивые виды и, конечно, удивительные люди, удивительные, потрясающие люди, светлые, открытые, отзывчивые, честные, высокие профессионалы и очень веселые люди. И, по-моему, именно они делают Карачаево-Черкесию столь прекрасным краем. Торжество продолжилось концертом. Праздничное настроение поддержали творческие коллективы республики. Эрнест Чуков, Олег Молхожев, Архиз 24. Установление регионального коэффициента для иностранных граждан, итоги работы уполномоченного по правам человека в республике за 2016 год, поздравления лучших в профессии в канун юбилея республики. Сегодня прошла внеочередная 38-я сессия Народного собрания республики. В ее работе принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. О тех решениях, которые принял депутатский корпус, расскажет Татевик Желавян. Внеочередное 38-е заседание депутатского корпуса республики состояло из 11 пунктов. Начали с вопросов кадрового характера. Депутаты досрочно освободили Алика Динаева от должности председателя контрольно-счетной палаты в связи с его назначением, исполняющим обязанности мэра города Карачаевска. Далее перешли к основной повестке дня. Одним из ключевых стал вопрос экономического характера. Депутаты обсудили размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. Он рассчитан на свои прогнозы среднемесячной зарплаты в целом по республике за 2018 год. Эта величина вводится для того, чтобы иностранные граждане, работающие в России по патентам, уплачивали налоги в казну ближе к сумме налога с физлиц. С докладом по этому вопросу выступил министр финансов республики Рустам Альканов. На территории республики впервые коэффициент введен на 2017 год в размере 1,6. Но следует отметить, что введение регионального коэффициента не отразилось негативно на поступлениях налогов в консолидированный бюджет республики. И за 8 месяцев текущего года увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 514 патентов и составило 3383 штуки. И в сумме это увеличение составило 28 миллионов рублей. Кроме этого, депутаты рассмотрели вопросы социальной и экологической направленности. В рамках пленарного заседания с докладом о работе за 2016 год выступила Зарема Умалатова, уполномоченная по правам человека в Карачаево-Черкесской республике. По ее словам, в целом за этот год аппаратом уполномоченного проделана большая работа. Удалось отстоять нарушенные права граждан, а если сравнить цифры за предыдущие годы, то отслеживается положительная динамика. Наша деятельность, естественно,
оценивается не количеством поступивших жалоб, а количеством жалоб, которые мы удовлетворили все-таки в процессе рассмотрения. Вот в 2014 году процент удовлетворенных жалоб у нас составил 3,7 от того количества, что я озвучила. В 2015 он составил 5,1%. В прошлом году мы побили свой рекорд, и процент удовлетворенных жалоб, то есть восстановлены были права, составил 6,5. Средний российский показатель 8,9. То есть мы где-то на среднем уровне. Завершая сессию, председатель Народного собрания республики Александр Иванов поздравил всех коллег с приближающимся 25-летием республики. Лучших в своем деле чествовали в этот день. В числе награжденных и Аминат Айбазова, учитель родного языка и литературы. За годы работы, это 30 лет, она дошла до высшей категории. У меня династия учителей, можно сказать. У меня мама проработала тоже в школе 40 лет. Нас 3 сестры, 3 учителя, можно сказать. Детям очень нравятся наши обычаи и традиции. Мы показываем всякие обычаи и традиции. Они очень любят и показывают, сами сценки показывают. И мы ездим, мы были в этих музеях, были. У нас недавно у меня было... открытый урок, лучший урок родного языка, где мои дети и я, можно сказать, заняли гран-при. Почетными грамотами от президиума депутатского корпуса республики наградили работников следственных органов, глав муниципалитетов, руководителей предприятий, ученых, а также работников образования, учителей и воспитателей. Татек Джаламян, Мурат Кимрюгов, Архыз, 24. Карачаево-Черкесия. В республиканской столице состоялась премьера документального телевизионного фильма, приуроченного к юбилею республики. Фильм был подготовлен известным журналистом Владимиром Нестеровым по заказу специальному Совета Федерации информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» при поддержке Министерства культуры России. Премьеру посетили как представители органов власти, так и видные общественные деятели, рядовые жители Черкесска, студенты. Какое впечатление произвела картина на зрителей, расскажет Мадина Лайпанова. Перед премьерой фильма, перед собравшимися от лица главы Карачаево-Черкесии, выступил председатель правительства республики Аслан Озов. Он поблагодарил автора картины за проделанную работу и пожелал всем жителям Карачаево-Черкесии в преддверии наступающего юбилея добра, мира и процветания. Наша республика удивительна природой и людьми. У нее свой уникальный путь развития. Славное прошлое, которым мы гордимся, настоящее и будущее, которое мы сегодня создаем все вместе, мы сильны единством народа, проживающим в Карачаево-Черкесии. И вот гаснет свет, начинается показ, а точнее знакомство с нашей удивительной республикой. Здесь показана и магия наших гор, и карачаевская порода лошадей, и астрофизическая обсерватория, ну и, конечно же, многоцветие проживающих в Карачаево-Черкесии народов. А самое главное – мир и гармония, в которой они живут. По признанию самого автора, до начала съемок картины он в нашей республике не бывал, о чем очень сильно сожалеет. Ведь то радушие и гостеприимство, с которым здесь встретили Владимира, покорило его навсегда. А горные пейзажи и вовсе запали в душу. Красота вашего замечательного края не передается путем каких-то отдельных фильмов. И вот внутреннее настроение, душа людей, душа народа – это очень сложно передать. И мы поставили себе задачу максимум постараться не просто рассказать о регионе, о Карачаево-Черкесии в год ее 25-летия, а попытаться... сделать совершенно непохожий фильм на то, что уже снималось, попытаться передать частичку души Карачаево-Черкесии. Фильм Владимира Нестерова стал своеобразной визитной карточкой Карачаево-Черкесии. Такой молодой по сравнению с другими субъектами России, но развивающийся стремительными темпами. Промышленное производство, социальная инфраструктура, сельское хозяйство и туризм – ничто не осталось без внимания. И аплодисменты после показа говорят сами за себя. Ты видела фильм про Карачаево-Черкесию? Да. Тебе понравилось? Да, очень. Что больше всего запомнилось? Мне больше всего запомнилось, как там показывали черкешенку в красивом платье. Впечатление очень хорошее, прекрасное, прекрасный фильм. Я думаю, что все посмотрели этот фильм, очень довольны. В принципе, в этом фильме отображено все по Карачаево-Черкесии. Впечатление ваше от увиденного фильма?
Этот фильм был действительно захватывающий. Было очень интересно наблюдать за тем, как он старался именно выполнить все эти кадры, снять их. Больше всего в фильме запомнилось то, как он отображал всю красоту Карачаева-Черкесии. И огромная благодарность автору. Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Архыз 24. Поздравления с наступающим юбилеем от работников Республиканского министерства сельского хозяйства получил ветеран Великой Отечественной войны Хамид Канаматов. Председатель городского совета ветеранов Дмитрий Бурулев также вручил ему почетную грамоту за мужество и самоотверженность, проявленные в годы войны от Национального фонда «Общественное признание». Самым, наверное, счастливым в республике являюсь я. Я лично так себя считаю. Столько внимания уделяет ветеранам Великой Отечественной войны. Мы радуемся сегодня той свободой, которая дана нашей молодежи, нашему подрастающему поколению. Будьте преданы своей родине, вы никогда не ошибетесь. Будьте достойны своих предков, защищая свою родину. В дни празднования 25-летия Карачаева-Черкесии корреспонденты телеканала «Архыз-24» будут, как всегда, в центре событий. Прямая трансляция с открытой студии, расположенной в самом центре республиканской столицы, с приглашенными гостями. Многочисленные прямые включения с разных точек города, где пройдут торжества. Видеопоздравления от первых лиц российских регионов. Вместе с тем, в рамках праздничной программы с нами выйдут на связь коллеги из соседних регионов, друзья телеканала. Не пропустите также эфир. Фильмы о Карачаево-Черкесии, снятые специально к четвертьвековому юбилею. Ну и, конечно, мы покажем в нашем эфире долгожданный концерт в Кремле, который прошел накануне в рамках празднования Дня Республики. Оставайтесь на Архыз 24, встретим наш общий праздник вместе. И еще об одной яркой премьере далее расскажем подробнее. Одна большая семья, одна маленькая республика. Карачаево-Черкесия – родной дом для полумиллиона жителей. Все они разных национальностей, исповедуют разную религию. Но для каждого из них главное – мир и стабильность родного региона, дружба и добрососедство. Взгляд на Карачаево-Черкесию глазами самих жителей в авторском фильме Асият Мамаевой «Карачаево-Черкесия. Нам 25». Премьера фильма в пятницу, 29 сентября, в 9:10. Повтор в субботу, 30 сентября, в 18:30. Мероприятия, посвященные празднику, уже начались. Сегодня, в преддверии 25-летия республики, информационный холдинг КЧР Медиа запустил тематическую акцию, в рамках которой все желающие могут получить наклейки на автомобиле с изображением главной эмблемы празднования четвертьвекового юбилея региона. Такой небольшой сюрприз для автовладельцев, да и просто для жителей региона, стал приятным подарком. А некоторые водители сразу же наклеили эмблему на свои машины. Напомним, что эмблема празднования 25-летия образования КЧР выполнена в виде круга, в центре которого расположена карта республики, окрашенная в три цвета флага КЧР. Синий, как олицетворение мира, добрых побуждений и спокойствия. Зеленый, как основной цвет природы, символ плодородия, богатства и созидания. А также красный, торжественный цвет, символ теплоты и близости между народами. В центре композиции графически изображены главные даты праздника – 25 лет, а также даты образования республики и нынешний юбилейный год. В нижней части эмблемы полукругом расположена надпись «Карачаево-Черкесская республика». Я очень рада, что с утра мне подарили наклеечку. На самом деле это очень поднимает настроение, хоть и не так весомо, но все равно спасибо большое. И я поздравляю нашу Карачаево-Черкесию с праздником, с 25-летием. Я очень люблю свою республику и поздравляю весь Черкесск с 25-летием. Нашу республику с праздником, процветания. Прежде всего. Ну и все, чтобы делать для того, чтобы мы жили лучше. И гости, чтобы к нам ехали больше. Сейчас это делается, мы все это видим. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей республики с этим знаменательным праздником. Пожелать всем счастья, добра, удачи.
Подготовка к юбилею, Всероссийский день ходьбы и реконструкция стадиона «Нарт». В Республиканском министерстве физической культуры и спорта прошел очередной прием граждан. С какими предложениями и инициативами обращались жители Карачаева-Черкесии, расскажем далее. В день празднования 25-летия Карачаева-Черкесии в Черкеске откроется самый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс в республике, который будет носить символичное название «Юбилейный». Об этом министр спорта рассказал пришедшему на прием жителю Черкеска Агурлишу Хужеву. Это физкультурно-оздоровительный комплекс, самый крупный на территории Карачаева-Черкесии. Он более 5000 квадратных метров, включает в себя два плавательных бассейна, хамам, баня. На втором этаже там располагается два тренажерных зала, кардиозона, зона силовых тренажеров. Дальше там получается зал для гимнастики и для хореографии. Более того, в комплексе будут оборудованы специальные игровые площадки для детей, на которых будут работать аниматоры. Откроется и большой игровой зал, в котором в будущем будут проводить соревнования по волейболу, баскетболу, футболу разного уровня. Не обошлось и без вопросов о стадионе «Нарт», реконструкция которого началась в этом году. Министр рассказал, что новый стадион будет соответствовать всем международным стандартам качества. От старого стадиона не осталось ничего. За последние вот эти годы эксплуатации, за 40 лет эксплуатации, он пришел в негодность целиком. Вообще мы изначально планировали реконструкцию, но когда подошли к вопросу более глубоко, мы увидели, что и основания всех этих трибун, и всех вот этих помещений, они пришли в негодность. И было принято решение главой республики Рашидом Борисовичем Темрезовым о полной реконструкции, то есть о строительстве нового стадиона. И это будет уже современный стадион. Западная трибуна будет под навесом, как вот в больших городах, на больших стадионах. Вот. Там будут расположены большое количество вспомогательных помещений. Помимо прочего, министр рассказал о Всероссийском дне ходьбы, который планируется провести в ближайшие выходные. По его словам, ожидается порядка 5000 участников со всей России. Также Республиканский Минспорт подготовил и запланировал целый ряд мероприятий в дни празднования 25-летия. Поэтому можно с уверенностью сказать, что жителям и гостям республики скучать не придется. Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Радомир Князев, Архыз, 24. В Ставрополье закончил работу форум сообщества. 26 и 27 сентября на площадке Северокавказского федерального университета гражданские активисты, представители НКО, бизнесмены, чиновники и журналисты со всех регионов СКФО обсудили практику, которая может объединить их усилия для решения проблем региона. Программа форума была рассчитана на 2 дня и включала в себя формат работы для построения эффективного взаимодействия, дискуссии, презентации лучших практик, тренинг, мастер-классы, пространство для непосредственного общения и обсуждения возможностей сотрудничества. Программа дискуссионных площадок форума учитывала специфику региона и, конечно, отражала актуальную проблематику. Дискуссии были посвящены разным аспектам жизни. Развитие АПК, туризм, социально ориентированные НКО носили, состояние молодежной политики в СКФО. По мнению организаторов, участие в форуме для руководителей некоммерческих организаций – это возможность познакомиться с опытом других регионов и получить консультации экспертов федерального уровня. Очень важно для нас проводимые последние годы онлайн-совещания. Это первое. Это то, что дает нам серьезную возможность общаться друг с другом, обмениваться мнением, слышать и точку зрения наших коллег в Федеральной общественной палате, переосмысливать и где-то вырабатывать, понимаете, одну единую позицию по очень важным, существенным, социально значимым вопросам. Шуба актуальна как никогда. Холода уже не за горами, а меховые изделия в разных вариациях – незаменимая вещь для модниц в осенне-зимний период. Широкий ассортимент шуб предоставлен в магазине «Вятские меха», расположенном в одном из торговых центров Черкеска. Какие модели в моде в этом сезоне и как выбрать качественную шубку, расскажем в нашем следующем сюжете. Во все времена меховые изделия считались символом роскоши, а в зимнее время шуба просто незаменима. Шубу, в отличие от другой зимней одежды, мы покупаем не один сезон, поэтому к выбору мехового изделия надо подойти со всей серьезностью. Одни ищут новомодный фасон, другие обращают внимание на производителя, третьи – на качество изделия и цену. Вот и наша героиня задумалась о приобретении новой шубы. Эксперты по меху в магазине «Вятские меха», которые знают о мехе и шубах все, с удовольствием ответят на все вопросы и помогут вам
вам выбрать качественную шубу по разумной цене. По каким параметрам нужно выбирать шубу? Об этом мы сейчас узнаем у наших экспертов по меху. Фирма «Белка» предлагает уникальное соотношение цены и качества. Мы можем предложить низкую цену на меховые изделия благодаря большим объемам поставок нашей продукции. В магазине «Вятские меха» представлено более 300 шуб и жилетов с регулярным обновлением товара круглый год. К примеру, вот эту шубу, длинная классика с разрезами по бокам, с поясом, вы можете приобрести всего за 48 тысяч рублей. Вот эта модель уникальная, трансформер. Отстегиваются рукава, низ изделия в разных цветах. Вы можете приобрести два образа, короткое изделие и длинное, всего лишь за 63 тысячи. Это афганский каракуль. Уникален этот мех тем, что он долго носится. Очень красивый муаристый рисунок. Сама модель молодежная, красивая. Такую шубу вы можете приобрести всего за 100 800. Абсолютно справедливо можно заметить, что в магазине «Вятские меха» очень большой выбор шуб всегда. Это шубы и жилеты с гарантией качества до 2 лет. А благодаря регулярным большим поставкам продукции, компания «Белка» может предложить низкие цены. Все изделия чипированы и имеют паспорта. А это гарантия того, что вы приобретете изделия фабричного качества. В магазине «Вятские меха» вы найдете не только шубы из меха норки. В широком ассортименте представлены шубы из меха афганского каракуля, кролика, облегченного мутона. Афганский каракуль – это поистине уникальный мех. Неповторимый муаристый рисунок, влагостойкий, прекрасно переносит мокрый снег и даже дождь. И сносостоек до 10 сезонов, очень эстетичен. Самым демократичным видом меха считается кролик и мутон. У изделия из королевского рекса тоже есть очень неоспоримые преимущества. Изделия из рекса легкие, уютные и пластичные. Мех в изделии комбинирует с трикотажем и текстилем. Второе преимущество – это демократичная цена. Мутон на пике популярности. Существенный рывок сделали модельеры в этом сезоне. Модели спортивные, в контрастном сочетании меха очень легкие и пластичные. Новая коллекция норковых шуб уже ждет своих модниц. Особое место в преддверии осени занимает коллекция из цветного меха. Модельер представил в новой коллекции шубы в голубых, пудровых, перламутровых оттенков всех размеров. Купить желанную шубку без денег вполне возможно. В магазине «Вятские меха» вы сможете оформить честную рассрочку без переплаты и первого взноса на срок до 2 лет. Согласитесь, это очень удобно, если с собой не оказалось наличных денег. Например, если вам понравилась шубка, вы можете оформить рассрочку без переплаты и первого взноса прямо в магазине. Для получения рассрочки нужен только паспорт. Всего 10-15 минут и все готово. Анета Дышекова, Архыз-24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем, все новости республики на сайте информационного агентства «Карачаево-Черкесия» и на нашем канале «Архыз-24». Номер телефона редакции 23-89-40, код города 8-782. Всего доброго и с наступающим праздником, любимая республика!